Насладиться джазовой музыкой под открытым небом ульяновцы и гости города смогут уже в эти выходные. Дни джаза стартуют в усадьбе семьи Ульяновых с 24 мая. Специальными гостями проекта станут молодые российские музыканты. Так, в первый джазовый вечер с биг-бендом духового оркестра «Держава» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Кирилла Ильина выступит победительница телепроекта «Большой джаз» – тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова. Анастасия не только виртуозно владеет тромбоном, инструментом сложным не только для женщин, но в большей мере и для мужчин. Но она еще прекрасно поет джаз и прекрасно существует в этом жанре, очень органично, очень естественно. Мы уверены, что второй опыт сотрудничества нашего коллектива Кирилла Ильина с Анастасией Ивановой принесет новые яркие впечатления и музыкантам, и слушателям. Программа вечера разножанровая, попурри, тоже удивит слушателей. У нас будет блюз «Гориллы», вот у нас будет пьеса Лало Шифрина, известного кинокомпозитора, которая называется «Кошка». Там мы будем использовать различные звуки, мяуканье, да. Ну, вот мне кажется, что это интересно. Настя в конце концерта исполнит, ну, свою, как сказать, свою, наверное, самую яркую пьесу, вот свою фишку. Это будет пьеса «Охота на тигра». В программе джаз-ансамбль «Академик Бенд» примет участие мультиинструменталист Егор Балабанов. Он выступит как трубач и тромбонист. Солистка камерной сцены Большого театра России Александра Майская украсит программу симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дедюра. Александра планирует не только исполнить потрясающую музыку, потрясающие песни Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, других советских композиторов. Она еще планирует сделать из этого как бы небольшой музыкальный спектакль, в котором солист общается с публикой, общается с музыкантами не только музыкой, но и словами. Проект «Дни джаза» состоится в рамках Российской креативной недели «Музыка». Ирина Антонова, Улправда ТВ.